Ну что же, начали мы встречать закинфовский шторм. Видите, дует 47. Лодочки в Марине кренятся. У многих срывают якоря. Кажется, у нашего соседа тоже якорь ни хера не держит, раз он на двигателе. Уверенный полтинничек дует. Да, а вроде ветер был не сильный. Сорвало якорь при швартовке по-гречески. И, соответственно, лодку развернуло. Да, картина, конечно, неприятная. Ну вот, посмотрите. Мы, конечно, переживали более суровые ветра. Но это, конечно, серьезно, когда вот так греет. Лодок стоящих, казалось. Ну что же, впоследствии шторма в Закинфе, как вы видите, соседей сразу стало поменьше, потому что многие из них теперь стоят на якоре. На якоре, видите, немного безопаснее стоять, чем колотиться об стену. В общем, такая вот обстановочка.